Всем рок. Меня зовут Александр, и добро пожаловать обратно в Half-Life Alyx. И, друзья, как вы помните, в прошлый раз мы немножечко подзастряли. Ну, точнее, я застрял, и на монтаже я вроде как увидел то, что нам нужно. А именно карточку. Синюю карточку, которая позволит нам продвинуться дальше. Давайте вернемся вот в эту комнатку. И вроде как именно здесь она и была. Где-то тут прямо. Мне показалось, что вот я из этого ящика ее доставал. Вот, правда, я ее не вижу. Надеюсь, она все-таки здесь. Иначе у нас серьезно... А, вон она, отлично. Вот эта карточка. Эй! Так, вот это нам больше не надо, наверное. А эту возьмем. Ну все, погнали. Так, что у нас по оружию? Заряжено? Ну, 6 патронов пока хватит. Так, а это закрыто. Ну все. Супер! А такой затуп был серьезный. Все, я же карточку не увидел под ногами. Ну, как говорится, с кем не бывает. Поехали. Фух. Хорошо, когда что-то подмечаешь на монтаже. Так, а где эта дверь была у нас? Вон она. Отлично. Так-так. А это у нас что такое? Ага. Окей. Total waste of grenade. Worth it. Неплохо. Ну-ка, давай еще. О, черт. А, блин. Я ее хотел ему кинуть, но вместо этого себе подкинул. Ну, зашибись. Да, с гранатками не очень удобно. Именно из-за того, что их активировать надо, а не просто кидать. Ну ладно, привыкнем. Блин, хпшку жалко. У нас есть банка запасная, так что ничего страшного. Так-так. Что тут у нас? Ого. Тут уже посерьезнее будет. Так, а что нам это дало? О, ничего себе, вот это удобненько. А можно с собой ее взять? Да, можно, вместо карточки, отлично. Гранатку возьмем, пожалуй. Супер. Ну, давай последнюю. На прощание. Что-то с барнаклов больше ничего не падает, заметили? Как-то немного грустно даже. Так. Давай еще одну возьмем. Прихватим с собой. Я уверен, может пригодиться сейчас. Хорош. Я не ошибся. А, тут еще были в любом случае. Пацаны, ловить. Heads up, zombie. Эй. Кайф. Я уже обожаю эти штуки. Дай-ка еще одну возьму. Пусть будет при себе одна. Вроде больше никого не вижу. Оп. Смола. Смола всегда пригодится. Ну, еще барнаклы. А тут что? А тут ничего. Ну, ладненько.
Ну просто triple kill. О. Пригодится. Блин, я микрофон сегодня задеваю подбородком. Неудачно повесил. Ладно, монтаже уберу. Звуки все посторонние. Надеюсь, не забуду. Ну, если что, ребят, извините. Вечер добрый. Ага. Опа. Хрена себе ты живучая падла. Ух ты ж, блин. Фух. Зараза, какие они стрёмные, однако. Фух. Ладненько. Спокойствие, только спокойствие. Так, здесь мы не пройдем. Угу. Здрасте. Как ваш ничего? А, заперто. Окей. Так, давай там посмотрим, что. А потом с этим парнем разберемся. Тридцать единиц, прикинь, уже нормально так. Можно будет проапгрейдиться в следующий раз, я думаю. Казалось. Так-так. Ну, это уже попроще. Так, и что нам это дало? Дверь открылась, что ли? Nope. Так, подожди пока. Я, пожалуй, вот это заюзаю. Уважаемая, что вы мне открыли, я так и не понял. Ладненько, давай смотреть. А, это ящик был. Фу ты, блин. Кстати говоря. Ну-ка. Yes. Ха-ха! Неплохо. Блин, я на провода наступаю. Очень даже неплохо. И замок сломали. Отлично, можно войти. Ты меня так не пугай. А то застрелю еще нафиг. Hey, on the monitor. Combine. I see him. Так, ладненько, у нас гости, надо торопиться. Так, еще одна аптечка. Я вместо гранаты ее возьму, потому что аптечка может больше пригодиться, чем граната. Так-с. Окей. Угу. Так, что мы можем улучшить? Давай смотреть. Не, пока пистолет. Отсек для пуль. Что это такое? Вот знать бы. А, плюс 10 пуль. Отлично, давай. Капец. Разорили нас практически. Oh wow, check it out. My gun just keeps getting better and better. Yeah, Russ. Technically,
I don't think there's a whole lot of your gun left anymore. I'll tell you what, let's put that idea on hold for now. We can chat about my gun when you get back. Окей, так, я перезаряжу, там один патрон остался, но... Оу, минус один патрон сразу, обидно. А, просто, чтобы у нас было боевое оружие сразу готово. Так, ну давай. Окей, поехали. Так, больше ничего не было? Не, вроде нет. Окей, погнали. О, подожди-ка, стой. Это я заберу. Так, идут. Опачки, у него щит. Так, спокуха. Хорош. Гранаты тащат просто. Ну чё, как тебе, ублюдок? А, понравилось? Идите, у тебя броня крутая, а? Тоже себе такую хочу. Ты посмотри, какая крутота. Офигенно. Так, вроде все чисто. Отдыхай. Сегодня твой день. Точнее, сегодня не твой день смерти. Ты мне должен. Так, хорошо. Здесь аптечка. Так, и патроны. Аптечка нам не очень нужна, а вот патроны пригодятся. Так, нам вот сюда надо пропитать это. Amazing. Incoming, Alex. Что такое? Оп. Воу, 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 воу! Видимо, я на секунду сигнализацию включил. Жесть. Да, гранаты просто выручают в таких ситуациях. И все это ради одного магазина, серьезно? Подожди, а здесь что-то может быть полезное? Хорош. Фу ты, блин. Ну ладно. В принципе, мы вернули гранату себе. Здоровье полное, все хорошо, пошли. Как-то подозрительно тихо. И очень много гранат раскидано. Твою мать! Где Грена? Твою налево, а? Как так-то? Отрикошетило, что ли? Фух.
твою ж медь. Хорош. Фух. Это было внезапно. Ну, точнее, это было вполне себе ожидаемо. Просто граната, видимо, отскочила, что ли, от стены. Я был уверен, что я кинул ее нормально. Ладненько. Зато здесь есть шприц. Так. Фух. Пацаны, у вас патронов нет? Похоже, что нет. Жаль. Гренки вещь. Главное, под ноги себе их не кидать только. Угу. Братюнь, вам со мной. Не переживай, ты мне не нужен. Ну, пригодился бы, но я вас спасаю. Прямо у меня какая-то миссия по спасению жучков. Точнее, этих гусениц. Нормальные игроки лечатся, а Саша, блин, как дебил, спасает живность. Ах. Так, есть что? Зараза, ни хрена нет, жаль. Окей. Кнопки! Очень неудобно расположена эта кнопка. Меню. Она прям под большим пальцем находится. Да, твою ж мать! Оп. Так, это не то, что мне нужно. Там были еще гранаты, пошли туда. Блин, почему ты бегать не умеешь, Алекс? Как так-то вообще? Короче, гранаты во всяком застревают очень даже неплохо. Да что за... А по что она бьется все время? Уже который раз обо что-то граната задевает. Во что она задевается, я не понимаю. Может, я ее рано отпускаю как-то? Странно. Ну-ка, дай бутылку попробуем кинуть. Вот-вот, я ее, типа, нажал и... Странно. Наверное, я просто отпускаю кнопку рано, и она падает. Будем считать, что это мой косяк. Потому что, скорее всего, так и есть. Надо держать крепче. Ага, выход на улицу. Хорошо. Мертвый комбайн. Жестко. Ладненько. Пошли на улицу.
look to the northern star. I am. Why are you saying it like that? No. The Vortigaunt said, look to the northern star to help his friends, which sounds like Vortigaunt nonsense, but I guess it isn't. Oh, yeah. That does make more sense. Да, так и есть. That's some sort of combined substation. They usually generate power and host security protocols. Like the power and security you need for a giant vault. Mm-hmm. Okay. Так. Патрули есть поблизости? Так, там граната. Ага. Alex, так, I think you should find your way into that hotel and get up to the substation. Потерялся в пространстве. Так, хорошо. Подожди раз, дай осмотреться. Это голова Ленина? Возможно. Банки. Земля сдается. Заголовок в газете. Хорошо. Ну все, вроде все забрали. Пойдем посмотрим, что там. Блин, как же бега не хватает, честное слово. Можно, конечно, читерить и пользоваться телепортами. Но это неинтересно. Полная хпшка. Это забираем. И давай туда. What the fuck? Что это был за звук такой? Taking the stairs. Что это, блин, было, простите? Здрасте. Отличный ствол. Какие же вы мерзкие, а? Фух, а я по адресу зашел. Так, ну что у нас тут есть? Лагерь. Амбер. Пилснер. Стаут есть. Воу, тихо, тихо. Есть бутылочка стаута.
Опачки. Так, это нам пригодится, видимо. Поставим пока здесь. Окей. Кран не работает! Бармен, кран заело! Твою мать. Попили, блин, пивка. Hey, Russ. Name a song. Flight of the Bumblebee. Coming right up. Ца, издеваешься? Я даже не помню, как Mortal Kombat играть. Anything look like a breaker box in there? That's it. В топку. Не умею я играть на пианино. Точнее, на фортепиано. Так, давай-ка сюда. Ooh, breaker boxes. Let's go back to the elevator plan. I'm gonna get the power back on. Окей. Хорошо, что эти штуки не взрываются. Так, хорошо. Есть питание. Бухлинское. Бухлинское. Опачки. Отлично, уже 15 единиц накопили. Так, здесь у нас что? Ого, они теперь двигаются еще. Неплохо. Ага, гранатка. Она у нас места нет, но мы можем взять ее в руку. Так. Here we go. Ага. Нормально, разберемся. Так. Поехали. О, гранату уронил. Она нам пригодится. Давай барнаклу ее отдадим. Даже тратить уже не на что. Так, давай, знаешь что, я тебя освобожу, бро. Да, тоже будешь жить. Прикинь. А это заберу с собой. Давай, покеда. Живи долго и счастливо. Чего-то не хватает, погоди. Mm.
Отлично. Power back on. And up we... Оу. Оригинальненько. Looks like we're taking the ladder. Ну, похоже на то. Окей, надо туда попасть как-то. This place is overgrown. How dangerous do we think this stuff really is? Well, it is spores from another dimension, so probably, yeah, extremely. But a rare opportunity to examine alien flora up close. Очень смешно раз. Жаль, с них ничего не выпало. Ладненько. Чудненько. Так, где я? Угу. Нормуль? Йоу. Наверное, туда лучше пальцы не совать. Воу! Ни хрена себе. О! Что это было? Хрена. Что это было, блин? Ew. Как мило. Think I shouldn't be breathing this stuff. Agreed. Just keep moving. Mm-hmm. Maybe breathe less. Отличный план. Стоп, мне сейчас показалось или... О, я могу удерживать дыхание. Интересно. This stuff reeks. Oh, really?
rotting animal mixed with ammonia. Mixed with ammonia. Okay. Ну и козел ты раз. Окей. Эй, куда отлетело-то? Зараза, здесь что-то лежало. Теперь хрен знает, где оно. Ну ладно, хрен с ним. Так, а куда нам? Подожди. Явно не сюда. Значит, вниз. Окей. Мне это совсем не нравится. Совсем-совсем не нравится. Да давай взрывайся уже, падла. Зараза. Ах, какая гадость. Капец. Мне это не нравится. О, это граната. Пищевая. Так сказать. Хорош. Сработало. Все взорвалось, надеюсь. Хорош. Супер. Так. А вопрос, куда нам дальше? Да что ж ты... Прям выхватывать надо. Так, дай-ка я сориентируюсь, где я. Ага, все хорошо. Нам сюда. Ага. Ты явно не к добру. Добрый вечер. Что
Это за электромакака такая тут бегает. Твою мать! Куда оно делось? Твою мать! Ух, как неприятно. Ты где, падла? Электрогенератор какой-то. Ну-ка, там проверим. Воу. Отлично. Фух, это было весело. Так, ладно. Надо найти жучка. К сожалению, мне нужно подлечиться. Фух. Это было весело. Прям очень. О, привет. Пойдем со мной, ты мне нужен. Так, давай только все смотрим здесь. По-любому что-то еще полезное можно найти. Какое здесь все странное. Так, ну вроде мы ничего не упустили. По крайней мере, я ничего не вижу. Окей. Там подлечимся.
Прости, малыш, но мне нужно жить. Отлично. Фух. Так. Оу. Сейчас, подожди. Оу. Окей, минус патроны. Да ёлы-палы. Мне прям не везет на гранаты в этой игре. Потому что ты их не чувствуешь, ну вес. Сложно прицелиться. Вот так. Хорош. Ну не сильно покоцало так-то. Все, туда войдем, если что. Окей, погнали. Оу. Главное не упасть. Я думал, что-нибудь полезное выпадет. Ну-ка, давай сюда сходим еще.
Опа, здрасте. Тут ничего нет. О, мои патроны. Давай, падла, иди сюда. О-о. Живучие твари, а? А вас тут трое было. Вот у нас в чем дело. Смолы опять тридцатка уже. Неплохо. Так, сколько? 4, да? Сгодится. Так, ну нам вниз, судя по всему. Погнали. Еще кто-то. Оу. Да что ж ты будешь делать-то, а? Я говорю, гранаты это прям не мое в этой игре. А, ты за решеточкой. What the fuck? Что это? Вот это твою мать!
Вау. Окей. Черт. Development? It went into a dead guy. No. Yes. I had to shoot both of them. It was nuts, Russell. It sounds nuts. Oh, it was. Жесть какая-то происходит тут. Фух. Да. Никак не привыкну к этой штуке. Фух. Тогда я тебя здесь положу пока. А где я? Ага, окей. Жесть, патронов ушло на него. Так, здоровье полное, аптечки есть. Хорошо. Вроде больше ничего, да? Фух. Да, эти электропёсели, конечно, что-то с чем-то. Ага. На, держи. Хорошо, лифт заработал. Еще аптечка. Да что ты будешь делать-то? Что это такое? Так, ладненько. Аптечки, конечно, просто вагон. Жалко их оставлять даже. Так, ладненько. Что у нас тут? Неплохо.
direct path. Oh, you know what? I'm not gonna lie to you. He should be back by now. Yeah. So I should be worried. Normally, yes. But you're the one headed towards the danger, so I'd say we should be the ones worried about you. Справедливо. Крутота. Так, ладненько. Давай посмотрим, что там было. О май гад, вот это неплохо так. Так, ну хорошо. Это уже сложно запомнить все. Простите. А, понял. Оригинально. Двойной выстрел, автозагрузчик, это что такое? Гранаты прикреплять можно, нет? А, это вот этот вот гранатомет. Система автоматической подачи патронов в дробовик. Возможно сделать второй выстрел сразу после первого. Нахрена нам это? Это же дробовик.
know how to upgrade a gun. I'll give him that. Хорош. То есть у нас 7 плюс 5. Ой, плюс 6. Хорош. Неплохо. Очень даже. Так. День добрый. Извините, я посмотреть хочу, что у вас тут есть. Куда мне столько хилок? Патроны давайте. Своевременный юмор. Воды нет. Сорян, ребят, помыться не судьба. Ладненько. Ёлы-палы. Заперто. А, она металлическая, походу. Отлично. Какая, блин, прелесть. О, боже. Нам, видимо, туда. Так, знаете что, ребятушки? Давайте-ка мы вот тут тормознем. Фух. И продолжим уже в следующий раз. Да? Как вам такой план? Потому что я не готов сейчас через эту дрянь идти. Что я могу сказать? Экшон восстановится. Весело, я бы сказал даже. Ладненько. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте оставлять комментарии. Ну а мы с вами увидимся в ближайшее время. Пока, ребят.